компания Hyundai также представила новый портретник B-класса Hyundai Kona 2018 модельного года. Машина создана на абсолютно новой платформе. Длина кузова составляет 4165 мм при ширине 1800 мм и высоте 1550 мм. Судя по характеру дизайна, несложно заметить, что машина предназначена для молодых покупателей и нацелена на серьезную конкурентную борьбу с такими кроссоверами, как Nissan Juke, Toyota CHR, Honda HR-V и Jeep Renegade. Гамма прилагаемых моторов кроссовера Hyundai Kona будет состоять из трех бензиновых двигателей мощностью 120, 149 и 177 лошадиных сил и трех турбодизеля. В список оснащений Hyundai Kona будут входить беспроводная зарядка для смартфона, проекционный дисплей, который выезжает над приборной панелью, система предотвращения фронтального столкновения, удержание в полосе движения, мониторинг слепых зон, автоматического экстренного торможения и переключение свет фар. Продажа нового кроссовера Hyundai Kona стартует через несколько недель в Южной Корее, а уже в начале следующего года этот кроссовер смогут купить европейские и американские покупатели. В страны Единого таможенного союза кроссовер Hyundai Kona поставляться не будет.